На улице Лежневской областного центра произошло серьезное ДТП. Водитель внедорожника, выезжая с улицы Шуйской, не убедился в безопасности маневра. Или просто решил не предоставлять преимущество маршрутной «Газели», которая двигалась по главной дороге по выделенной полосе. Водитель легкового автомобиля поясняет, что он двигался по улице Шуйская. Два ряда, которые двигались по направлению от центра города в сторону автовокзала, встали в заторовую ситуацию и его пропускали. Он поэтому решил проехать в прямом направлении. И якобы у водителя автобуса «Газель» была слишком большая скорость. Но скорость невозможно определить без специализированных приборов. В результате столкновения пострадали 7 пассажиров маршрутки, а также пассажирка внедорожника, на чью сторону как раз и пришелся удар. С травмами различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения города. Девушка, пассажир автомобиля Hyundai, легкового джипа, 82-го года рождения, была доставлена с подозрением на переломы ребер в 7-ю городскую. 7 пассажиров автобуса, там ушибы конечностей, доставлены в первый травмпункт.